Игру из данного ролика можно приобрести по ссылке в описании. Здесь игра слов, и Мор не в плане Томас Мор, который написал «Утопию», в том плане, что идет чума и Мор по всем землям, а «Утопия» — это спойлер. Mm. Для тех, кто играл в компьютерную и прошел ее, он знает, в чем там, собственно, «Утопия» во всем этом городе. Окей, сегодня у меня на столе две коробочки с Мором «Утопией». Первое издание Dead Project. Icepeak Lodge, Caps Lock, студии, которые разрабатывали компьютерную игру, видеоигру, да, кто в теме, тот знает. Мы сейчас не будем вдаваться в эти подробности. У нас сегодня объектом обзора является второе издание More Utopia, которую недавно издала Фабрика Игр. Давай коробки вот так вот посмотрим. Сегодня у меня ассистент Серега, вы его, наверное, знаете уже по летсплеям. Вот, абсолютно идентично выглядит рисунок на коробках. Давайте вскроем новое издание и сравним качество компонентов. Нас больше всего это сейчас волнует, потому что первое издание... Был смысл во всем этом. Да, был бомбящий анбокс, который вы, наверное, помните, некоторые постоянные зрители нашего канала. На ощупь я чувствую, коробка более гладкая. Не так выражена текстура льна, кстати говоря. Да. Если закрыть глаза, разницы не чувствуется. Есть разница. Есть разница? Есть разница. Но ты опытный уже. Да, давайте сравним картон. Мне больше шершавенькая нравится, если честно. А мне больше вот это. Она как-то вот не то чтобы... Мне больше нравится лен, но здесь тоже лен, но он какой-то более такой вот... Ладно, это имеет значение. Для эстетствующих, как я, имеет. Понятно. А для людей, которые вообще начинали это все с компьютерной версии... Не имеет, конечно, никакого значения, да. Картон поплотнее у коробки второго издания. Это я уже вижу. Бликует как-то по-разному, но... да, мне кажется. Вот это она более матовая. А уже потерлась коробка, я только открыл, уже чуть покоцалась. Эх, досадно, да? Вот в эту... Красочка слетела. Да. Да. Ну хорошо, давай. Кстати, наверное, из-за текстуры коробки это как-то побледнее выглядит. Я же говорю, вот она более матовая, и цвета как-то более насыщенные. Да, это вот бликует прям. Да, ну что, давай заглянем под крышку. Три, два раз. О. Ха-ха-ха, тебе еще выдавливать придется. Ну да, у тебя-то выдавленное. Я выдавлено. Так, смотрим на картон. Ну давай по порядку. Картон, значит, картон. Ну, выдали для примера, не знаю. Ну вот. Выпадают. Угу. Ну, картон как-то тонковат, что ли. По-моему, даже еще тоньше, вот, чем. Давай прям приложим. Честно, вот я вижу младшего Влада здесь. Держи. Давай вот на ту камеру. Смотри. Картон. Тот же они самый. Тот же самый картон. Тот же самый формат карты. Увеличили, чуть-чуть увеличили сами карты. Вот. Зачем? По толщине вот, те же самые. Вот интересно, зачем? Здесь мелкие элементы, вот эти вот, видишь? Вот письма, вот, например, да, значки. Ну это, да, значки. Это очень важно при игре. Ты должен контролировать вот эти вот символы. Да, причем в этой игре, где расположение чумы очень важно, и оно при этом скрытое. То есть... Вы должны рассматривать эти элементы. Если вы их не можете рассмотреть, вам приходится брать эту фишечку с поля, вот так вот рассматривать. Ну да, ну увеличили и... где-то раза в два даже, наверное. Полтора точно. Я вот по иконкам смотрю, раза в два. Даже так? Да. Ну вот. А сами фишки, да, раза в полтора. То есть... В полтора. Ну да, да, то в полтора есть, раза. Это плюс, да? Это по-любому плюс. Это плюс. Картон по толщине остался тот же, полиграфия увеличили сами такая фишки. Же там всё, да, печать это такая же. То же самое, да. Ну, понятно. Но эти чуть побледнее смотрятся как-то. Старые? Если честно. Новые. А, новые. Ну вот так же, может, как с коробкой. Так же, как с коробкой, понятно, наверное, да. Хорошо, давай еще что-нибудь. А я запись посмотрим. Ну да. Батарейка садится только. По дизайну, кстати, изменились карточки чумы, штаммы вот, изменились, штамм чумы. Появились вот такие вот символы. Видишь? Вижу, они... А текст чуть по-другому набран, по-моему. Шрифт другой. Да нет, шрифт тот же, шрифт покрупнее сделали. И добавили символы. Угу. Да, то есть, в принципе, ну, уже чуть-чуть тематичнее получше, стало, да? Заусенцы такие же.
Ну, стало чуть тематичней. Появились вот такие иконки. Как в Fallout, да, War Never Changes. Заусенцы, заусенцы Never Changes. Да-да-да, именно так. Слушай, а вот это вот потемнее у них рубашка. И смещение центровки, видишь, чуть откалибровано. Однозначно, да. Здесь видно прям слева вот это вот смещение, а здесь по центру. Ну, от карточки к карточке отличается. Нет, может, здесь тоже такие есть? Возможно, попадутся, вот ради интереса. Да, давай посмотрим. Наверное, все-таки. Ну, вот здесь немного. Нет, на одном листе будет одинаковое смещение. Ага. На одном листе будет одинаковое смещение на всех тайлах. Так, давай уже выдавим. Картон тонкий, если честно. Вот нет, вот этот вот у карточек, у штаммов чумы, который... Да нет, вполне нормальный. Может, оно так на листе такое крепится. Ощущение дает, в сравнении с другими играми тонкий. Честно, вот все равно непривычно. Потому что в настолках обычно формат карты, да, он подразумевает то, что эта карта может быть в протектор положена. Угу. Вот, вот это вот в протектор при всем желании, да. Есть такие протекторы? Есть, да, наверное, можно подобрать, хотя я не уверен. То надо есть... померить, кстати, ну, вот где наша линейка. Нестандартная такая штука. То есть вот эти вот карты, которые карты действий, да, вот под них протекторы однозначно, и они как бы рекомендуются. 43 на 59. На 59. Это ну, вот старый. Похож размер на колонизаторский, ты но не такой. Не-не, это новый. Это новые. А мы все равно сможем потом определить. Ну, их не вариант делать картами, есть. Потому что их с поля надо поднимать. Оно же по одному выкладывается на поле. И карту... Ну и что? Ты вот так вот запарился поднимать с поля. А эту раз нет, взял не вот карту. Так. Зачем? Ну пусть будет вот из такого же материала. А, просто смысле, формат, что формат карточный. Ну, конечно. Ну, да. Ну вот, допустим, эти же карты действия сделали. Формат, все, и картинка, и текст тематический. Ну, жетоны, я знаю, некоторые лаком вскрывают, кстати, но это тоже так себе вариант. Честно? Их вот... нужно, их нужно, протекторы, потому что они будут затираться, ну, а здесь это очень важно. Специфика игры, вот конкретно это еще в чем, что она такая для фанатов. Ну она да, да. Only for fun и... Как этот... коллекционерский такой коллекционерский экземпляр, вариант, да. Честно, вот да, после распаковки, не знаю, там пару пробных игр были вот у меня с этой игрой, и как бы все. А по одной простой причине, ты ее приносишь в компанию. А что это? Говорят, Мурутопи, что такое? И ты рассказываешь всю. Ну, там целая вселенная, ну не вселенная. Там, да, да, нет, на самом деле замк такой мир. Ну да ладно. Вот, давайте больше. Новые эти, это, гнутые. Это герои. Ну, в принципе, выпрямляются. Ага, ну вот. То есть они слегка а, такие их повело. Слушай, а вот, вот эти фишечки? Сейчас мы до них доберемся. Давай, что? Давай. Это важный элемент, конечно, это мы до них важно. Доберемся. Так, вот оно поле. Сейчас сторонку убираем. А, ну, а где фишки? А, вот они. Фишки те же остались. Короче, то что... Положили нам зиплоков зато. Угу. От души, кстати, вот зиплоки хорошие. О, карт про. Зиплоки? Нет, зиплоки. Понравились, да, рекламка карт про. Понравились наши протекторы. Вот вам три штуки. Идите о-о-о. Покупайте. Надо прям проверить. А, ну так давай это самое проверим. А я не знаю, оно это для карт. Ну вот, найти мне карту. Ну я новые сейчас сравним сразу, что ты. Оно? Не, ну да. Да, ну, слушай, вот. А хорошо подходит, кстати, ну, под вот. Них. Как будто под протектор делали. Прям... Плотно. Прям плотно, да? Ну вот и хорошо. Ну это Perfect Fit, наверное, от Card Pro, да. Подставочки. Давай сравним подставочки. Да пожалуйста, вот. О, подставки слышно. Получше. А чем? Или может это потому, что новые, мне кажется, получше. Ну помельче у них вот эти вот, видишь, где их с литника срывали. Я просто не зачищал, если честно. Вообще не заморачивался. А эти, думаешь, заморачивались, то есть отдельно зачищали? Их можно зачистить, понятно, но зачем? Да. Лучше ж, когда они... Нет, сразу... слушай, подставки лучше стали. За подставки респект, надо попробовать, как в них карточка вставляется. Подставки однозначно лучше, я не вижу вот этих вот... Угу. Косяков, где их просто сорвали с литника и не зачистили. Здесь, да. Давай попробуем карту вставить. Персонажа вот так раз. Опа. Ну, вставляются туго.
А вот за счет того, что они крупнее, она не будет падать, эта карточка, но перевешивать вот никуда проверим, не будет? Проверим, вроде стоит нормально, смотри. Ну вот, парусность повысилась, понимаешь? Парусность повысилась, но ты ж не будешь играть в нее там в степи. А где еще играть? Да, в простей. Парусность повысилась. И мы не будем играть в степи, а где еще играть в мор, кроме как не в степи? В степи было бы наиболее... В степи прям для погружения. Погружением, да. Так, окей, смотрим дальше. Я, кстати, не все жетоны повыдавливал, давайте я вам просто покажу. Значит, у нас здесь дальше карточки персонажей, штаммы, вот такой вот еще комплект. И вот здесь... А вот этот лист потолще, слушай, реально потолще. А потому что... Да, да, вот эти наборы жетонов, они потолще, вот прям... Ну, выдави вот это. Тоже вот. В полтора раза, сейчас сравним, да. Жетончики. Давай сравним с первым изданием. А, такие же, как в первом издании, да. В общем, ничего не поменялось. Центровка, вот пузыречек, видишь, тут чуть-чуть. Ну и здесь. И здесь тоже, да? А это, может быть, он так тематично вставлен, на самом деле. Центровку надо сравнивать вот по этим окружностям. Угу. То есть, если пузырек смещен, это так он и задумывался по дизайну. Так с таким смещением. Да, хорошо. Ну, все. Да, а если вот здесь мы видим более-менее такие, как все бы, прочие элементы ровные такие круги. Же, вот эти ключи, письма. Текстура у жетонов та же, да, еще этот самый. Да, вроде такие же. Ну, давайте повыдавливаем. Чуть-чуть. Так, жетончики разобрались. Давайте посмотрим на памятку. Нет, карточки персонажей. Есть, видите, дополнительные. Плюшки с этого, да, с краудфандинга. Да, да. Угу. Да, вот. Так, вот у нас памятки. Ход врача, ход чумы. Так, поехали. Памятки. Вот они. Да ничего не поменялось. Поменялось. Что? Эти... О, да. Побледнее текстуру сделали. Ага. Ну, и эти более глянцевые такие. А эти матовые. Ну, как, эти тоже мелованные такие, но... Эти, да, эти более матовые карточки. И потемнее. По размеру те же. Читабельность. Шрифт увеличен, по-моему, кстати. А, нет, такой же шрифт. Такой же. Шрифт тот же, да. Ну, стало быть. Не стало знаю. Быть только цвет фона. Не знаю, вы видите, как бы тут все. Так, карточки персонажей. Ну, тоже здесь текстура та же, что и в этой памяти. Давай, кого? А, нет, не та же. Ну, давай все. Держи. Чуму. Всех остальных. Ну, по дизайну то же самое. То есть сам материал поменялся и, да, цвет краски. Здесь в новом издании чуть побледнее. Контраст, да, как-то вот больше контраста здесь. Да я бы не сказал. Ну вот белые элементы вот эти, они прям ярко смотрятся. А, да. Ну это из-за материала. Да, не смешиваем. Две чумы, да, так в издании. Опа! Издание с двумя. Издание с двумя чумой. В целом я вижу, что вот эти карты в новом издании побледнее. Правила. Буклет правил. То же самое. Чуть бледнее. Ну, давай. Здесь прям такой насыщенный черный, здесь бледноватый черный. Ага. А здесь вот, а вот середина здесь насыщеннее. То есть заливка поплотнее. Обложка. Ну-ка дай еще раз. Держи. Обложку. Обложка побледней, а сам внутри. На развороте, вот вы видите, да? Может, со временем уже правила за год выцвели просто. Да, перечитываю на ночь. Тут вот символы всякие проступают на черном. Добро. А, ну и издателя поменяли, конечно же.
Здесь Dead Project, здесь фабрика игр. Так, едем дальше. Блокнот. Вот больше всего, что меня волнует. Да, блокнот. Это честно. Вот мы играли и не пользовались этим блокнотом. Ну, во-первых, этим тоже не пользовались. Я понимаю. Во-первых, потому что такая, ну, просто классная штука. Такая вот прям жалко на ней что-то вот писать. Проще взять там тетрадочку, ее расчертить и записывать туда. Вот, пожалуйста. А вот этот вариант лучше. Лучше. Он не такой темный, да, все. Здесь будет все видно. Нет контраста. И проклейка. Вот, проклейка. Обращаем внимание. Да, это здесь прям больное прям место. Клей вот торчит, расслаивается. Здесь. Нет, здесь если открыть. Клея не видно, он вот здесь далеко. То есть сделан сгиб, больше сделан этот самый прям зазор. Крупно покажи, да, вот этот вариант. Вот это вот новое у нас издание, вот это вот старое. Давай откроем и покажем. То есть у нас было... Потому что вот блокнотом вот еще не пользовались. Была вот такая беда в старом издании. В новом у нас все в порядке с этим делом. Ну и в принципе, да, здесь более наглядно так все. То есть по то, что он побледней. О, и кстати, видишь, сделали перфорацию для отрыва. О, ее слушай, просто ну стало вот это, отрывать. Вот это вот здорово. Сейчас мы сделаем вот так вот, чуть надорвем. Оп. О, ты чё? Ты чё ну сделал? Чё, мы сыграем в первый раз, а потом я дорву его. Мы сыграем в первый раз, а потом не будем. В этом блокноте. Я надеюсь, что будем. Всё, слушай, ну это ж... Знаешь, как эти... Да, вот за перфорацию отдельный респект. В принципе, это удобно. Потому что из этого как отрывать? Как не будем отрывать? Да, и всё. Ну, видимо, так, на память, чтобы потом, как мы играли, и вообще ну, да. перечитать. И текстурка здесь больше такая вот вся, вот старая бумага такая, за дешевая блокнот, старая за блокнот, бумага. За однозначно. Пропечатанная текстура. Однозначно спасибо, потому что, вот, прям, видимо, приняли к сведению. Приняли отзывы. К сведению, это точно. А, и инлей. Инлей, как мы видим, здесь поровней. Да, вот тут он сдувается. Вот он сразу такой вот. Вздутый. Я не знаю, почему так произошло. Вот он вроде влазить должен нормально, но как-то перекосило его. Ну, немножко не учли немного. Размеры коробки, по всей видимости. Здесь да. Этот момент досадно исправлен. А вот эти прям отличаются, видишь? Тут прям желтый-желтый, синий, насыщенный ну да, синий. Да. Ну. Давайте откроем карты из нового издания. Так, иди сюда. Оп. Есть. Ну, карты вот такого же. Такие же по текстуре, как и памятки, то есть на ощупь. И видно, что они бледнее. То есть черный цвет, да, вот какой здесь и здесь. Но ну, сделали больше контраста, контраст. Да, вот по значкам, по символам. А так, в целом, дизайн остался тот же. Паук в соборе, никто нам не верит. То есть, карточки событий. Срез, надо же срез показать. О. Здесь все четко. А, рубашки поярче, прям значительно. Да, ух, рубашки прям фонтан. Нет, подожди. Ну, такая вот же разница. Вот эти прям фонтан. Эти оранжевые. Эти желтые, насыщенные, яркие такие. Синие, красные, без разницы. Ну, нет, ну, чуть-чуть есть. Темнее. Эти чуть, да, посветлее. Ну, это материал. И серый. Это карточки приближенных. Это... Угу. События, кварталы. И рецепты. Карточки рецептов. Вот они, да. Ну, аналогично, синий. Бледнее в целом в новом издании карты. Ну, красный давай найдем. Ну вот. Вот они, эти детишки. Я по черному цвету как бы уже все вижу. То есть здесь он серый, а здесь понасыщеннее черный. Да, однозначно.
Ну и желтый, понятно. Желтый, яркий. Сделали как будто это вот. Это в плюс. Давай, ой, сейчас с листиком найду. Это ж самозванка. Вот. Угу. Да как же тебя не убить? Ты убьешь непременно. Помяни мое слово, да. Так и выйдет. Вот я могу не убить. Это самый... Это нулевой день. Пантомима в театре там разыгрывалась. Ну, короче. Слова самозванки. Самое начало игры. Самое-самое начало, да, когда в театре они ходят. И игрок смотрит на всех трех героев со стороны. Угу. А потом он сможет за них отыгрывать за каждого по выбору. Если вы хотя бы запускали игру. Да, да, это самая первая сцена, когда они обсуждают, как же им вообще лечить эту болезнь. Так, ну, по толщине картона давай смотреть. Оба! Толщина такая же. Здесь как-то она сложена по-другому, что ли, непонятно. Давай разложим. Цвета вообще другие. Вообще другое. Давай как-нибудь... Давай краешек. Краешек положим вот так. Вот это новое поле. Ну, чё я могу сказать? Здесь цвета темней, здесь цвета бледней. Разница очевидная. Темнее, бледнее. Здесь вообще заменены вот эти вот, то есть... Желтый на... Здесь коричневый, заменен на желтый. Ну да, вот этот коричневый, охряный вот этот цвет. Охряный, да. Да, оранжево-коричневый такой, заменен на песочно-ярко-желтый, лимонный такой даже. По угу. сути, река более такая тут лазурная прям, такая, да, голубая да, даже. Да. Но в целом на атмосферу это, конечно, мало влияет. Мало влияет, чисто да. Чисто в плане... Те, кто знает, что это за город и кварталы, то есть там вообще без разницы. Вот я не знаю, может это мне так кажется, цвет падает. Ну вот тут вот бой не сливаются со степью. Да, здесь более отчетливее. Здесь они прям такие поярче, то есть видно эту постройку mm-hmm. саму. Ну, надо играть в видеоигру, чтобы знать, потому что это отдельный фан, когда ты однозначно, да, знаешь, что... где каждый персонаж живет, что этот вот реально вот здесь, вот в этом квартале случилась вот такая штука. Я очень давно играл в компьютерный мор, и я его, по-моему, даже и до конца не проходил, поэтому... Компьютерный прошел я дважды, то есть эту карту я, не знаю, меня разбуди там, да? Да, в 3 часа ночи я скажу там, из какого в какой квартал ведут мосты. Там очень проработан мир, очень много текста, да. Очень много диалогов, и если ты вот погружаешься в это все, это реально захватывает. Это такая, да. Это и книга, и игра, и театральная постановка, сложно так, да. В двух словах описать. Ну... В целом, игра, хорошее дополнение. По компонентам, я считаю, достойное второе издание. Исправили много косяков. Единственное, что с цветом, ну, оно более бледное. Я об этом уже, наверное, сегодня миллион раз сказал. Угу. Ну, так и есть. В принципе, не знаю, по-моему, ничего в этом критичного. Там плохого в этом ничего нет. Зато все элементы стали более видны, то есть они учли пожелания игроков. Вот так. Да, фишечки крупнее. Вот, давайте боковинки коробки еще покажем. Здесь арт из игры. Ну, это то же самое. Тук-тук, реклама, да, еще одного проекта студии Ice Peak Lodge. Да, это именно компьютерная игра. Вот, сайт их. Кстати, саундтрек уже они добавили. Это саундтрек, уже саундтрек, да, там присутствует. Под него надо, рекомендуют играть. Атмосферно, для максимального погружения. Вот. Такие дела. В целом скажу, что, конечно, второе издание получше качеством, чем первое. Ну и самый главный, конечно, плюс нового издания, то, что оно сейчас доступно на полках магазинов. Первое издание уже все раскупили. В первую очередь, думаю, фанаты компьютерного мора. Вот. Ну, так что у всех желающих сейчас тоже есть возможность приобщиться к этой игре. Ссылку мы оставим для вас в описании и запишем для вас игровую партию, да? Самозванка. Знаешь, как она говорит? Она говорит: я умею творить чудеса, так развяжите мне руки.
Да, вот такие персонажи. Ну что, все, до новых встреч, друзья. С вами был Серега, с вами был Фил, настольный Мор Утопия. Настольный и до новых Мор встреч. Утопия, версия 2. Версия 2, издание 2. Всем пока. Срок службы, кстати, 5 лет. Срок службы не поменялся. Скоро выкидывать. 5 лет, тебе через 4 года выкидывать. Выкидывать. Да, имею в виду, там споры где-то зашиты. Язвы, песчаная язва. Песчаная язва.